Добрый день, дорогие друзья! Пришла весна, дни стали теплее и светлее, а значит, появилось больше времени для путешествий. Если вы не знаете, куда поехать на выходных, то смотрите нашу программу внимательней. В сегодняшнем выпуске «Нулевого километра» мы познакомим вас с великолепным храмом, который находится в 50 километрах от Гродно в деревне Каменке. Первые упоминания о Каменке относятся к XVI веку. Правда, названий с корнем «камень» в Гродненском регионе более 20, что затрудняет изучение истории деревни. Тем не менее, после 1569 года, когда появился торговый путь из Новогрудка в Гродно, Каменка быстро развивалась и часто упоминалась в источниках. В 1580 году Каспер Кладинский строит в деревне костел и организовывает занятия для крестьян. Историки предполагают, что это была первая школа на Щучинской земле. Деревянный храм просуществовал в Каменке до 1909 года, об этом свидетельствует табличка на памятнике. Кстати, установили его на том самом месте, где в старом деревянном костеле находился алтарь. После первой революции у России, когда было дозволено будовать у национальных районах католические храмы, у нашем районе были побудованы прикладно по одним и тем стиле, стиле неоготики, три храмовые побудовы у Старых Василишках, Ляцку и у Каменцы. Наш костел был побудованный в 1908-1909 годах. Побудованный был костел вручную. Техники тогда не існувало. Робили настилы. Цеглу, кажуть, привозили из Италии. И таким чином, прикладно за два года, эта побудова была узведена. В 1599 году, благодаря стараниям Петра Нонхарта, главного архитектора Вильна, Каменка становится местечком. Этот статус позволил проводить ярмарки, построить корчму и магазины. В середине 17 века, во время войны 1654-67 годов, селение очень пострадало. В источниках сказано, что костел в то время представлял собой прохудившееся здание, крытое соломой. Зато современный храм святого Антония Падуанского виден далеко за пределами деревни и является визитной карточкой Каменки. Костел в Каменке является памятником архитектуры неоготики. Здания отличают устремленность вверх, вертикальные композиции, вход в виде портала и окно роза в центре башни. Храм славится удивительными витражами. Строгий готический стиль прекрасно сочетается с яркими, переливающимися витражными окнами.
Говорят, что при строительстве храма архитектор согласовывал с мастером витража все детали, чтобы композиции из цветного стекла органично вписывались в ансамбль. В современном храме витражи располагаются лишь в верхней части. Многие оригинальные стекла были уничтожены во время войн. Единственный аутентичный витраж сохранился в ризнице справа от алтаря. А еще в костеле есть памятная плита с текстом «Элизе Ожешко от земляков». 20 июня 1841 года здесь, в Каменке, крестили Эльжбету Павловскую, будущую известную писательницу Ожешко. Раньше через местечко проходил крупный торговый путь, а сейчас тихая деревушка Каменка расположена между двумя оживленными трассами – автомобильной Гродно-Минск и железнодорожной мосты Лида. Так что, как ни крути, дороги ведут в Каменку. Пусто было, вырос храм золотой расписной, как печаль большой. И молились люди в нем, каждый о себе самом, и о тех, на чьей крови эти стены выросли.